Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы продолжим искать способы, как убить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам сумасшедшие ученые продолжают издеваться друг над другом. Да, ребята, и вы прекрасно знаете, что сейчас надо делать. Поставьте огромные пальцы вверх и на мой, и на Жекин видос, и как только мы наберем по 15 тысяч лайков, то сразу выйдет следующая серия. Поэтому, когда она выйдет, зависит только от вас. А вот если не наберем 15 тысяч лайков, то фигушки вам, фигушки, ничего не выйдет. Так вот. Ставьте. Да, поехали. Вот эта карта на сегодняшнюю серию. Ну, я даже не знаю, как это объяснить, но... Мне кажется, всем понятно то, что это какая-то горячая точка в какой-то там стороне, допустим, в Иране или в Ираке. Ну, то есть, тут воюют две стороны, тут у нас танки, тут у нас самолеты, тут у нас... Я хотел сказать, как Жека умрет, но я вам ничего не скажу. Сами все увидите. В первую очередь, ребята, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и, конечно же, клацайте на колокольчик. Мне будет очень приятно. А сейчас я больше... Не, даже не просите, я вам больше ничего не скажу. Сохраним небольшую интрижку до конца этого видоса. Давайте мы сначала... Как обычно. Давайте быстренько сгоняем к Жеке, потому что... Я найду способ, как умереть прям за пару минут, а потом мы его притащим на мою карту и посмотрим, как он тут сможет найти способ, чтобы умереть. Поэтому, ребята, погнали. Компаньон! Да, компаньон, я вас слушаю. Здравствуйте. Эдисон, да, я знаю, что ты сумасшедший ученый, это во-первых. А во-вторых, я знаю, что ты, как и я, любишь фильм «Властелин колец», правильно? Естественно. В нашей рубрике нам нужно умирать, но почему бы не умереть в своем любимом фильме, Эдисон? Я согласен. Так. Эдисон, смотри, короче, это вот глаз Саурона, вот смотри, ну, конечно, немножко в уменьшенном размере. Где? Ну, вот это вот глаз Саурона. Боже мой. Так, а вот это что, радужный пипи, вот это пиписи. Это не смотри, не смотри. А, не смотри. Хорошо, а вот это что за портал? Это смотри, короче, цель карты моей. Тебе нужно активировать этот портал, чтобы... Властелин колец не было портала, не... Так, подожди, это все-таки Майнкрафт. Вот, но для того, чтобы тебе открыть портал, тебе нужно уничтожить колесо всевласти. Ага, но, чтобы, понимаешь, чтобы его уничтожить, его вначале нужно найти. Молодец, ты сейчас что-то нашел. Опа, да, что-то тут есть. И что-то нашел. Ага. Охрен его знает. Это дверь какая-то или что это? Да не знаю, что это. Оно не открывается, если что. Ну ладно, не открывается, значит, не открывается. Чё с этим делать? Мать твою! Значит, пока что ты еще не можешь открыть, Эдисон. Значит, пока что еще не можешь. А, да, пока что еще не могу. Ясно. Да, точнее. Ты главное запомнишь, здесь есть кирпичи. Кирпич, да, кирпич, хорошо. Хорошо, что сделать? Хорошо. Это орк. Опа! Ёбарасоте. Ты чё Эдисон, только одно правило хотел сказать, тебе нельзя прыгать в эту дырку. Ты туда можешь сбрасывать только кольцо всевласти. А чё так? А если я хочу прыгнуть? Ну, вот правила метки на карте. К сожалению, механика Майнкрафта не позволяет. Так, хорошо. Ага. Вот, да. Ну ты тут тоже умереть не сможешь, даже не пытайся, как бы не надо. Нет, подожди, попытаться надо. Ну, Эдисон, как бы, возможно, ты что-то здесь можешь, но тебе нельзя. Нельзя. Я попытался отгородить как по максимуму. Нельзя, да? Так, вот, что мне делать надо вообще, компаньон? Тебе найти... Да твою-то мать! Эдисон, давай вместе вспомним, где кольцо всевластия нашли в фильме «Властелин колец»? В шире оно появилось. Ну, нет, раньше еще. Водички. В пещере Голлума. А Голлум-то в водичке ее нашел? Давай вот так. Да, будем рассуждать. Голлум нашел ее в водичке. Ну? Все верно, компаньон. Так но... водички же ни черта нету. А ну поищи кирпич. Смотри, я тебе так скажу, такая подсказочка. Это энд. Вот смотри, это энд. Не, ну энд, помнишь энд? А, да, смотри, у него тут писюн, вот, у него писюн, и у него также задница. Вот, мне кажется, он что-то скрывает. Энд скрывает. Так как это все сложно, подожди. Тогда он... Где-то сзади он что-то скрывает, мне кажется. Это в задницу, я бы даже так сказал. А, он, типа, он съел кольцо сейчас, да? Нет, он, кажется, в задницу кирпичи. Ага, кирпичи! Так, я взял кирпичи с попы дерева, прикольно. Молодец! Вот это я могу назвать, срать кирпичами, пробомбиться прям. Так, Жека, а что мне сейчас с этим кирпичем? Кирпичи с попы дерева. Ну, кирпичи с попы дерева, ну, как бы, где ты видел кирпичи?
Вот тут они, тут что-то было, да? Тут внутри. Да-да-да, там что-то было, Эдисон, там что-то было. Ну. Так! Я тебе говорю, Энд срёт, как бы понимаешь, такие магические микрофоны. Да тут не посрать, а как ты вообще это в Майнкрафте сделал, у меня такой вопрос? А это, ну говорю, это магия, в основном конец как бы есть магия, вот как бы. Охренеть. Так, хорошо, да, все, мне без разницы. Да. Можно ставить только. Можно ставить только на камень. Ага. Да, единственное, кнопочку ты, которую сейчас нашел, можешь ставить только на камень. Поэтому очень хорошо подумай перед тем, как ставить. А какой камень? Ну, тут камня много. Камень именно, камень, или типа камень каблстоун там и. Не, ну, только камень, который прям камень. Камень. Да, камень. Хорошо, Да, камень. Камень. Эдисон, ты нашел пещеру голума, но голума тут нету, потому что я голум. Моя прелесть. Кого? А прелесть пропала. Не пропала. Не пропала. Отдай вот это свое, отдай кольцо. Кольцо отдай. Что, ну что, ты хочешь получить колечко? Да, да, давай кольцо. Я тебе отдам колечко, если ты отгадаешь две загадочки. Поиграем с тобой? А может на кирпичики поменяемся? На кирпичики? В кирпичики можешь обратно в попу Энда засунуть. Вот. Ну хорошо, я слушаю. Я внимательно слушаю. Ты внимательно слушай, загадки очень сложные, их никто не отгадывал. Хорошо, я слушаю. Не отыскать ее корней. Верхушка выше тополей. Все круче вверх она идет, а не растет. Гора? Да, гора! Не, мое кольцо! Давай, кольцо давай! Все, хватит с меня! Загадок. А еще одна загадка. Да, вторая. Ну, хорошо. 30 белых коней на двух красных холмах. Разбегутся, сшибутся и снова затихнут в потьмах. Так, да. У меня есть сколько вариантов на ошибку? Три. Облака? Нет, 30 белых коней. Подумай, моя прелесть. Подумай, моя прелесть! Да не дави на меня, придурок! 30 белых коней. На двух красных холмах. Красных. Да. Красного оттенка, можно так сказать. На 30 белых коней на двух красных холмах. Разбегутся, сшибутся и снова затихнут. Так! Два холма! Холм тут, холм тут. Подожди, значит, на одном холме по 15 получается. Да, в принципе. Ну, если два холма, на одном по 15. Ну, как бы у всех по-разному, но да, обычно по 15. Ага, всех по-разному. Так, холм тут, красный, да? Два красных. Холм тут, холм тут. 15 каких-то там дичуганов, и тут 15 дичуганов. То они белых коней. То не барах, то не бамбарах. Ребят, ну просто представь, красное и там по 15 белого чего-то. И они вот так делают. Окей, я могу тебя... Ладно, иди, всё, заколебал, держи! А что это вообще? Зубы! Ну как бы я подумал, зубы, ну как... А почему 30? У людей не по 30 зубов! Ну, в среднем по 30. Давай, хорошо, давай статистику! Среднее количество зубов у россиянин, давай! Прелесть пропала, вот что за... Говорит, среднее, мать твою! Так давай мы ещё... Это не я эти загадки придумывал, это было в Хоббите. Хорошо, если по 16, то хорошо, как бы... В среднем, он мне, короче, статистику еще приводит, в среднем там у людей по 30, откуда я, мать его, могу. Да я что, тебе загадки, что ли, придумываю? Я как бы подумал, что зубы, но почему 30? Давай, иди, сбрасывай кольцо в руковую гору. А! Да, я что-то забыл. Всё, просто про зубы твои задумался, дебильный. Толкай меня, придурок, зелёный. Давай! Не сюда, придурок, вот так, хорошо. Ой, не сижу теперь делать, даже не знаю, ну вылезай давай. Как? Вот так. Так подожди, там лестницы же не было. Ну я тебе делаю её. Ну можешь тут оставаться, на самом деле. Спасибо за... Да поставь ты уже, ну дебил! Я поставил как бы. Ты что, дурак, у меня ничего нет. Слепой. Да потому что дурак, куда ты ставишь, а? Да мать твою! Жека, убери его нахрен. Иди с чёрта с этими загадками. Я мучил за своими вот этими. Ну так у меня не полчаса нахрен вылезать, а ты упал, вылез, у меня там лавы не было. А я еще, да, еще вот так упал. Еще, давай еще меня один раз толкни, дебил. Ну. Спасибо!
А почему я первый раз перелетел в два раза? Почему ты, во-первых, стоишь прийти к нему, а почему стоишь задом? Ты передом! А сейчас он ты вообще передом. Меня не толкнул. Опа, нихрена. А он сейчас как он меня подтолкнул, сука, чё так? Всё, я могу кидать. На! Прелесть! Там что-то происходит, ну выходи! Что-то не так произошло, как ты думал. А, вот оно что, вот магия, магия Саурона! Магия вне да. Пойдем, давай, все, иди. Что ты ломаешь? Смотри, что спасена выпала от яблочки. Так, всё хорошо, я потопал. Давай. А куда портал у меня такой вопрос, ну как бы... Я не знаю, куда это портал, честно говоря. Ой, ты ёбка, ты бабай, да! Чё-то как меня быстро убил, на самом деле. Ну, что ты хочешь? Да, я понимаю, что это Саурон, ну типа... Ну всё, Дисон. Ой, хорошо. Молодец. А, я молодец, да? Ну хорошо, давай, пойдем ко мне, пойдем. Слушай, Евгений, мы готовы. Пойдём, я готов проходить на вашу карту, я готов. Кстати, тихо, знаешь, куда ты сегодня попадешь, компаньон? Куда? Нет, я знаю, что это ваша мечта, там, чтобы вам в попу попали. Ты уже побывал там, не знаю. Так, нет, сегодня ты идешь в горячую точку. А, то есть, типа, война? Да, куда-то в Ирак, в Иран, неважно, вот. Или в Сирию, или еще куда-то, неважно. Ой-ой-ой-ой. Так! Тут, в принципе, легко, у меня, как бы, я, наверное, сейчас меня застрелят. Да, ребят? Ну, они между собой воюют, глазами, знаешь, перестреливаются. Ты придурок, это ты придурок. И вот, они ждут, пока кто-то мамку чью-то оскорбит, и потом уже начнут перестреливаться. Вот. Я нашел. А, нет, не нашел. Ничего ты не нашел, что ты врешь, там ничего, ну... Там просто как бы моделька есть, ну ладно. Моделька, хорошо. Так, подожди. Я тебе ничего не буду говорить, сам догадывайся. На самом деле сложно. Ну почему? В танках ничего нет. Ты в горячей точке. Горячая точка. Тебе надо найти... В танках ничего нет. Да, тебе надо найти способ, как умереть, да. Ну откуда я знаю, сам ищи. Ну, просто мало идей. Так, подожди, а как эти открыть? Фрилу. Я не знаю. Флэйр. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что там делаешь? Это не запланировано. Так. Не знаю, что там произошло. Ладно. Ой. Что? Это что сейчас было? Ага! Вот тут мне дают джамбуст! Так, подожди, а где мне дают его? Так, подожди, это где? На этом, да, блоке? Нет. Давай! Опа! Отлично! Что там? Карточка, у меня есть карточка! Карточка, молодец. А что ты можешь делать с этой карточкой? Так, мне ее нужно куда-нибудь всунуть ее. Ага, так, я вижу, тут пароль нужен. Ага, ну пароль значит, карточка, значит, не подойдет. А как? Эдисон, как я нажимаю на Escape, и не могу выйти из этого пароля. Ну просто. Куда? А, все. Ты что, психуешь? Не психуешь! Я застрял в этом пароле. Психуй. Так, хорошо, Каменьон. Ты что с танком сделал? Что с ним? Вот, ну, ключ. Так, неважно, это компаньон, неважно. Так, ищи способы, как умереть. Подожди. Может, нужно потыкать на кого-нибудь? Не-не-не-не-не-не. Наверное, нет. Подожди, ну, мне нужен пароль. Пароль, а пароль. А-а-а, я, кажется, знаю, подожди. У меня же тут есть джамбуз. Не-не-не-не-не, джамбуз тебе больше не пригодится. А, да? Ну, да. А, тогда я могу вот сюда. Так, подожди. И что дальше, компаньон? Что дальше? Может быть, сюда? Ну, допустим, да. Твою мать! Ну, допустим. Хорошо. Мы припускаем такой вариант с тобой, компаньон, потому что ты сюда сейчас забираешься. А что дальше? Что дальше? Подожди, я могу, в принципе, попробовать сдохнуть до высоты. Нет, ты не сможешь, у тебя регенерация быстрее будет. Подожди, я не понимаю. Но мне нужно, очевидно, как-то залезть на дерево. Каким образом это сделать, я, честно говоря, не знаю. Да почему ты взял что на дерево? Ну там, потому что глианы как-то вот, ой. Придурок вы, конечно, компаньон, потом поймете, но не сразу. Все со временем. Скоро узнаете. Ты нормально обосрал меня тут уже. В смысле, что я не понимаю? Потому что ты про дурак. Мало того, что слепой, как не знаю кто. Ну, хорошо. А, подожди, я тут какой-то, видимо, код должен был увидеть, да? Мне так кажется. Не знаю, вот. Манну небесную, мне без разницы, честно. Можешь смотреть куда угодно. Просто слепой немного. Подожди. Ну. Подожди, я не понимаю. Просто я сейчас стою, и вот, мои подписчики видят, куда я смотрю, и что же я конечно. А, ты смотришь на криперов. Ага.
8. Ищет там, где вообще ничего нету. А вот там, где что-то есть, туда вообще даже не смотрит. Ну. А куда? Ты дурак. Ну а может, ну хорошо, ты можешь эти другие варианты искать какие-то. Не понимаю, ты мне сложные какие-то вещи говоришь, непонятно. Сложные. Какие-то деревяшки, может. Я не понимаю, Эдисон, ни хрена! Ты уже две вещи не увидел, для чего построены вообще вот эти баррикады. Тут из этих баррикад ты сможешь увидеть две вещи. Я тебе уже дам такие подсказочки, потому что ты ни хрена не понимаешь. Ну, я как бы тоже тебе дам подсказочки. Ну. Так, подожди, вот с этих баррикад, да? Я могу увидеть две вещи. Ну, не с этих, как бы, вот с этих всех, которые тут есть. Mm-hmm. Может, ты попытаешься куда-то пройти, да? Если ты будешь стоять на месте, ты точно ничего не увидишь, ничего не найдешь. Может, тебе просто куда-то походить, попрыгать, Куда? Твою мать! Я просто знаю, то, что ты всегда любишь убираться за пределы карты, да? Вот попробуй сейчас выбраться за пределы карты. Вот, попробуй. Ой, тут невидимые блоки. Я тебе уже даю такую прям гигантскую подсказку. Попробуй выбраться за пределы карты. Я попытался. Ну, ты попытайся еще раз. Сейчас, подожди. Ух ты, давай, Жека, ты, конечно, чудо. Ну тут просто очень сложно прыгать по этим заборам, подожди. Как? Да ладно! АК-47 магазин. Так, мне нужно найти сам АК-47. АК-47 тебе надо найти. Так, ну, хорошо, патроны у тебя уже есть. У тебя, давай, будем перечислять, что у тебя есть. У тебя есть карточка, и у тебя есть патрон, да? Да, и мне нужно еще АК-47 сам найти. И надо найти, куда можно засунуть эту карточку. Да. Вообще, зачем мне АК-47, не знаю, ну ладно. Так, подожди, тут что-то есть? Я тут ничего не вижу, к сожалению. Но я вижу, куда карточку всовывать, но как туда пробраться, я не знаю. Так, подожди. Так, а ты иди сюда, Евгений, иди сюда, я тебе дам подсказочку. Куда ведет дорога? Дорога ведет на выход из карты. Придурок, куда ведет дорога? Дорога ведет на выход из карты, вот сюда, в стенку. Здесь проход есть здесь секретный или что? Да, ведет дорога. Подожди, я разберусь. Вот на выход из карты она ведется, да, дорога. Вот вторая дорога ведет. Чё, а как мне сюда пройти? Ничего ломать ты не можешь. А, то есть это двери. А как я их открою? Я не понимаю, что... Жека, ты вообще в своём уме! Вот, взял! Вот, зашел! Вот ты дебил, конечно! Нельзя просто с этого зайти. Да. Ну вот, поэтому ты заходи. Да, я знаю. Ну вот. Ну это капец, я. Так, блядь, это вот Дуди не могу отсюда. Хорошо. Так, я нашел 3 цифры, осталось 4-ю найти. Ага, вижу. Так, все, я пошел открывать просранный проход. Давай. Так, подожди, какой код? В начале 8. 1, 9, 6. Ай-яй-яй-яй. 8, 1, 9, 6. Ай-яй, что? Арара! Что-то ничего нет, да? Понимаю. То есть мне сюда даже не надо было. Ну, наверное. Или нет, здесь должно быть АК-47, как я понимаю. Ага! Ага! Отлично! Так, заряжайся! Я пароль забыл, подожди. 8, 1, 9, 6. Так, знаешь? 8, 1, 9, 6. Ага. Да, хорошо. Теперь тебе надо придумать, как пробраться сюда внутрь. Вот сюда прям. Ну, сейчас смотри, как вот NPC я должен сейчас толкнуть, типа, куда-то. Вот, да. Он должен что-то упасть, что-то открыть. Вот, мне так кажется. А может тебе просто их расстрелять надо? Просто, нет, знаешь, ты заяви, кто тут батя. Просто прыгай такой на башку. Тра-та-та-та-та, кто батя тут за него? Давай вот так попробуем. На кого? Да хоть куда. Просто прыгай вот эту всю заварушку и такой, тра-та-та, батя вернулся в здание. А, может типа сюда? Не, ну ты просто заяви, кто тут батя, пацаны, типа, не воюйте, я пришел, все, мир. Ну я пришел, вот я тут крутой, да, и что я заявил. Ну, круто, ну как бы для тебя, чтобы твою самооценку поднять, понимаешь? А, ну понятно, то есть, понятно. Ну это вообще не надо было делать. То есть калаш тебе просто в руки, чтобы у тебя была какая-то мощь в руках, понимаешь? Чтоб все перед тобой в страхе были, понимаешь? Вот, зачем она тебе. Не понимаю. Так, хорошо, давай вернемся. У меня 13 патронов осталось. Да, ты молодец, ты меня вообще не слушаешь. Хорошо. Так, как сюда залезть? В смысле? Я не понимаю, Эдди сюда застрял в этом столете. Да, беспомощный. Как сюда забраться? Да откуда я, мать его, твою за ногу знаю? Твою.
Я не понимаю, ну, я пытался перепрыгнуть. Ой, слип, не надо, не перепрыгивай, подсказка, не надо там ничего перепрыгивать, слепой, слепой. Вроде мне очки нужны, но как бы, ну, я не знаю, ну, типа, ну, Жека, ну, как так-то? Ну, как так? Я сейчас по-любому уверен, что сейчас какая-то фигня, которую вообще невозможно заметить. Хорошо, если это невозможно заметить, то я тебя убью. Вот тут, вот тут, иди сюда, иди сюда, вот тут. С этой стороны, вот ищи. Ищи! Нет, оно не, оно все видимо, то есть нету там ничего скрытого, все видимо. Так ты попрыгай через дырку, посмотри, ёпперсете! Ну и чё смотрю? Жека, ты, наверное, издеваешься, да? Да что, я не понимаю. Ты, наверное, издеваешься, как я вижу. Да попрыгай, чё? Попрыгай под углом, вот тут, попрыгай вот так, вот так. Попрыгай, попрыгай, посмотри, что там за дыркой. А, ну блин. Да неужели? Во-первых, этот рычаг даже не видно было. Если б я под углом не додумался попрыгать, я бы тогда даже не почему ты не додумался? Ой, эти сыны. Так, а зачем ты опять наверх лезешь? Я не знаю. Где этот проход открылся? Вот здесь, да? Да. Все, тихо, 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 тихо. Жека, Жека, подожди, подожди, подожди. Тут, короче, ну, слухи такие ходят, ну что? В этом колодце, да? Еще со Второй мировой войны! Не знаю, как она сюда в Ирак попала, но со Второй мировой войны! Тут мины валяются в этом. Поэтому тебе, наверное, сюда не надо. Не надо, потому что там опасно. Там опасно! Не-не-не, Жека! Жека, подожди, подумай. Жизнь на волоске, как бы у тебя сейчас. Не надо. Просто. Нет. Ну, я понимаю, мы ученые, но. Нет. Не надо. Хотя, ну, вообще себя, я там вижу, уже статую построили, поэтому, да. В принципе, можешь лететь! Полетел! Вот. Полетел отсюда! Все отлично, я сдох наконец-то! Наконец-то. А чё ты так радуешься? Еще ты еще столько открытий мог совершить, да? Что сложно? Да, что там сложно нету? Да, сложно! Хорошо, все, ребят, давайте. Если ему сложно, то тогда мы уже будем заканчивать. И знаете что? Обязательно ставьте лайки, давайте наберем по 15 тысяч лайков, и чтобы я ему еще сложнее сделал. Жека, я тебе еще сложнее сделал. Да. Так, ребята, я сейчас что-то сделаю, тебе вообще ни хрена не скажу, что куда идти. Вот будешь сам мучиться. А кирпич поставить на кирпич. До свидания. Хорошо, да. Пускай он бомбит. В следующей серии он еще больше будет бомбить. Я обещаю. Пока. Жри.